Всем привет, друзья, с вами Влад, и в этом видео у нас реванш между Финном и Сайлесом. Как вы знаете, что Финн и Сайлес играли на турнире у Вели, и Сайлес проиграл. И вот я решил вот такое видео сделать, как будто Сайлес как бы просит реванш у Финна, и они играют еще раз. Конечно же, это не настоящая дуэль Финна и Сайлеса, но все же это интересно посмотреть, и посмотрим, как это будет происходить, и кто же именно выиграет в этом реванше. Так, Финн типа тащит, сейчас зажимает, я так понял, Сайлеса, но Сайлес как бы отбивается. Так, чекает мид. Простреливается. Пытается прострелить, но у него не получается, потому что Финн даже еще не стартовал, то есть еще не шел. И вот наш Финн уже. Пытается фликшотить Сайлес, но у него не получается. Опять баг. Видите, как бы Финн бил без оружия. Мне не нравятся эти баги, вообще жесть. Забирает Финна с ножа, просто изи. И начинается драка. Кстати, если вам будет слышно, там соседи дрелят, это капец просто. Надеюсь, это не слышно в микрофон. Надеюсь, у меня не настолько чувствительный микрофон. Потому что мне уже стрёмно становится. Так, крутой, кстати, обзор сейчас. Сайлес с керамбитом Universe. И Финн с... ничем. Просто без скинов. Обидно. Можно, кстати, будет ему даже и подарить. Так. Хорошо, что ихние айдишники уже не палятся, потому что в прошлый раз это был капец. Им столько спамили в ЛС, что это было невозможно. И если наберется на этом видео 4000 лайков, вот 4000 лайков, если вы сможете это сделать, то я оставлю ихние айдишники в описании, если, конечно, это будет. Но я не верю в такое, так что я специально сделал такую большую планку для лайков, чтобы не писать ихние айдишники. Так, перестрелка и... Сайлес забирает Финна. Красавчик, просто топ. Так, теперь смотрим раунд за Сайлесом. Раунд за Сайлесом. Молодец. Закупается гранатами. Закупается флешками и дымовухами. Молодец. Закидывает смоук. Так, смоук — это дымовуха. Я не знаю, почему все говорят на английском, но как-то лучше уже полностью на русском говорить, чем... вот такими, типа, то на английском, то на русском. Даже говорить... вот флешка — это вроде на русском. Флешка. Или на английском. Я вот не знаю, перевод флешки я не знаю. Знаю, что хаешка — это граната у нас. Осколочная или... да, вроде. Нет, или, не... или это не осколочная граната. Вроде да, вроде осколочная граната, а потом или дымовуха. Так, давайте за Финном теперь посмотрим. Финн уже проигрывает в 0-2. У Финна 0-2, то есть проигрывает в 0-2. Берет Юмпик Статтрек. Красивый скин, кстати. Но мне лично не очень нравится вот этот скин. Он реально мне очень не нравится. Потому что там изображены какие-то монстры, три головы какого-то монстра, и это как-то фу. Даже тот же Феникс АВП будет лучше, чем если бы сделали Юмп Феникс, но более красивую раскраску, там Феникс В2 или за что-то типа такого, было бы круто. Так, Сайлес, то есть 2-1 у нас получается. Сайлес забирает 2 очка и Финн 1. Пока что тащит у нас Сайлес. Так, пока что, возможно, возможно, еще не затащит. Давайте посмотрим, что делает Финн. Обратно вернемся к Сайлесу. То есть Финн у нас на... находится на Б. Крысит. Крысит на Б. Он еще же на Б, да-да-да. Теперь чекаем. Так. Ой, не так, не так. Вот так вот надо чекать. Вот так и вот так. Вот теперь наши основные три камеры — это вот это и вот это. Мы же за Сайлесом смотрим. Так, плентит Сайлес. Красавчик. Заплентил бомбу. Красавчик. 3-1, ребята. 3-1. Красавчик. У него немножко пинг. А нет, нету пинга. Это у меня пинг, ребята. Это у меня пинг. Видите, 73, 33, 34. Пинг небольшой. То есть разница небольшая. Всего лишь
40 пинга, ну это немного. Вот теперь уже 30 почти. Так. Теперь мы смотрим за Финном. Финн идет с ножом, берет М-ку и чекает без шумов, пытается чекнуть. Наш Салис уже идет на. Финн чекает все позиции почти. Но он не чекает основные позиции, только такие маленькие, какие-то непонятные. Там, где маловероятно окажется противник. Обычно на миду сидят, вот так же выходит спокойно. Финн не профессиональный игрок. Видите, как это не очень тащит. Не знаю, что делает Сайлис. Пытается обойти, возможно, сидя. Когда Финн уже диффузит. И походу просто Сайлис не успеет сейчас. Вау, шикарный прострел, ребята, шикарнейший прострел. Такого прострела я еще не видел. Это прям реально годный прострел был. Сейчас. Сейчас мы смотрим уже за Сайлисом, будем смотреть. Пока Финн закупился всего лишь юмпиком. А Сайлис уже идет с калашом и со всеми припасами. Со всем инвентарем. Так. Чекает темку. Чекает Б. Кидает гранату. Так. В принципе, Салли стоп. Красавчик. Плентит. Плентит, ребят, плентит. И наш Финн идет на Б диффузить с ножом в руках. Как бы Финн слышит Сайлиса в ушах. Понимает, что он на Б. И он понимает, что он справа, потому что он сам двигался, ходил. Интересная ситуация, ребята, интересная ситуация. И Финн забирает просто Сайлиса в хедшот. Просто красавчик. Изи раунд. И теперь мы смотрим за Финном. Финн у нас с юспиком и с UMP. Молодец. То есть делает два эко-раунда или даже не эко-раунд. Это слив-раунд, потому что у него даже М-ки нет. Он не может даже взять М-ку. Сразу они идут оба на А. То есть Финн сразу крысит. И Сайлис ждет просто. Тупо ждет. Пытается тащить. Но Финн думает, что он уже плентит на Б и идет на Б, походу. Да, интересная ситуация происходит. Сайлис идет плентит на А. Сейчас он поймет, что его нет на А. И он пойдет на Б. Плентить, потому что, ну, по логике вещей, то есть он реально сейчас должен пойти тупо на Б. Вот я так думаю. Интересное действие делает именно Финн. Он возвращается. Я думал, он вокруг пойдет. Я не смог предсказать, но все же Финн забрал этот раунд. И у нас счет 2-5, ребят. 2-5. Счет 2-5. Так. Нормально, в принципе. Нормальный счет. И смотрим за Сайлисом. Сайлис. Чекает темку. Мне кажется, эта победа будет за Сайлисом. Ну вот прям чувствую. Так, Сайлис идет на Б. Финн. Финн у нас почти ничего не делает. Ну, берет гранату. Флешку. Закидывает. Не ослепляет Сайлиса. Я не слышу, то есть, никаких звуков ослепления, ничего. Граната прилетает. Не взрывает. Не взрывает Сайлиса. И Сайлис забирает раунд. Красиво, прям красиво, реально красиво. Красавчик. И они меняются сторонами. И мы снова должны смотреть за Сайлисом. Потому что он как бы впереди. И поменяется сторонами. И посмотрим, как он проявит себя на пистолетке. А нет, это сейчас Финн, да, Финн. Точнее, это еще не пистолетки, не пистолетный раунд. Чекает мидл. Так, чекает. И, точнее, проверяет мид. Сайлис уже чекает его с ВП и почти попадает в спину. Почти, почти, почти. Финн не понимает, наверное, с какой стороны выстрелили. И просто убегает. Не знаю, что он делает. Возможно, он убегает. Но Сайлис уже заплентил.
И Финн начинает уже его преследовать. Но мне кажется, сейчас будет смешная ситуация, потому что Сайли сейчас спокойно заберет снова же Финна. Смотрите, Финн палит со своей дымовушкой. То есть он спалился то, что он уже с той стороны. А мог бы в присед пойти. О, граната залетает. Почти хедшот, ребята, почти хедшот. Не понимаю, что происходит. И отлетает у нас Финн. Финн отлетает. Он думал, что он на вышке, но он ошибся. Очень сильно ошибся. 7-2, ребята. И мы смотрим сейчас за Сайлисом. Красивый взрыв. И Сайлис впереди. Сайлис впереди. Так, Сайлис впереди, ребята. Сайлис впереди. Давай тащи, Сайлис. Тащи, пожалуйста. Давай тащи. Давай, молодец. Давайте напишем даже. Сайлис, тащи. Вот так. Проголосуем за него. Надеюсь, он это увидел. Искренне надеюсь. Команда. Нет у меня команды. Ничего страшного. Надеюсь, он увидел это. Так. У нас идет Финн. Со звуками. Прямо слышно четко. Финн беспалевно идет. Не обращая внимания то, что противник даже может быть сзади. Сейчас Сайлес мог спокойно забрать Финна в спину, но почему-то он не вышел. Не затащил, точнее. Не вижу, чтобы Сайлес пытался рашить. Возможно, он пытается тащить, как я ему написал. Возможно, он даже и не прочитал то, что я ему написал. Очень плохая граната. Я не понимаю, что это за граната была. Что происходит, тоже не понимаю. Совсем не понимаю. И Финн забирает этот раунд. Финн забирает этот раунд. 3-7, ребята. 3-7. Давайте я несправедливо сделаю. Зайду за Сайлиса и напишу. Тащи, бро. Так, и ливнем. И зайдем теперь обратно. Я хочу прям, чтобы реально Сайлис выиграл. Так. Я уже не буду видеть, что он пишет, к сожалению. Но давайте пусть тащит. Так, Сайлис прыгает. И уже наш Финн заплантил бомбу. Так, Финн заплантил бомбу. И тоже крысит той же позиции. А нет, не та же позиция. У него немножко другая позиция. Бедный Сайлис, просто в крысу забирают Сайлиса. Обидно, очень обидно. Очень обидно, очень обидно. Так, Финн уже заплантил бомбу. Финн заплантил бомбу, кидает флешку. У нас небольшие неполадки были. Что он делает, непонятно. Вау, вот это граната, ребят. Что он делает? Так, Финн, давайте за Сайлиса посмотрим, что происходит. Перестрелка, перестрелка. То есть Финн сейчас пытался забрать с ножа Сайлиса. Бомба запленчена. И получает Финн в хедшот. Или не в... Нет, это не в хедшот, это было в тело. Так, 8-4. Давай, диффуз, 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 красавчик. 8-4, ребята, 8-4. Найс. Так, Сайли забирает раунд. 8-4. Давайте смотреть за Сайлисом. Так, за Финном даже не интересно смотреть, потому что он просто сливается. Уже в крысу идет, так что я буду смотреть за Сайлисом. Красивый хедшот. Вау, ребят, я даже наперед сказал, потому что я уже чувствовал, что сейчас будет жесткий хедшот. Красиво, блин, Сайлис. Вот вообще топ было сейчас. Давайте еще раз за Сайлисом. Мне кажется, это последний раунд. Я прям чувствую. Или, возможно, даже нет, не знаю. Но посмотрим. Кстати, сейчас смешно так подвигался нож, если вы видели у Сайлиса. То есть он как-то так в две стороны сразу повернулся. Так, мне интересно, куда Финн идет. А, он плантит, идет, что происходит, не понимаю. Так, он идет плантить, походу, на Б. Нет, берет М40 на последнем раунде.
Так, непонятно. Сайлес просто ждет. Какие-то боты, я не понял, что происходит. Стопэ. Что происходит? Что происходит? Что происходит? Сайлес тупо не замечает противника. Как он плентит бомбу, Финн тоже не замечает Сайлеса. Просто плентит бомбу. И я не знаю, как... что это было вообще самый угарный раунд, который я видел. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на Discord сервер в описании, ссылочка. Всем пока, удачи.